А далі вже долучаємо до нашого ефіру російського опозиціонера та політолога Абаз Галямов з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Здравствуйте. Мы тут о чем? О переговорах, о том, что произойдет в Саудовской Аравии на днях, вот буквально сегодня, не сегодня, завтра, послезавтра, да, 5-6 сказали, будут переговоры мирные по той формуле мира, которую президент Зеленский озвучивал. Но в этот же момент мы говорим о Саудовской Аравии и вспоминаем о том, что Эрдоган как будто бы сказал о том, что хочет встретиться с Путиным лично. Зачем, для чего и что из этого будет? То есть, Аббас, как вы видите, вот эта вот дипломатическая работа, которая ведется на разных уровнях и с участием России, и без участия России, она вообще способна как-то привести к тому, чтобы российские нацисты осознали, что надо жить в рамках международно признанных границ? Ну, конечно, любая война завершается как сумма военных факторов и дипломатических факторов. Поэтому так и должно происходить, вот как сейчас происходит. ВСУ на поле боя доказывает агрессору несостоятельность его претензий. Вот. А дипломаты оформляют все это на своем языке, дипломатическом языке, который потом ложится в основу межгосударственных договоренностей. Так что в целом вот каждая из этих историй в отдельности она работает меньше, чем они работают в совокупности. Так что все вместе, в конце концов, я надеюсь, это приведет к тому, что история эта завершится и завершится справедливо. Просто с одной стороны, Саудовская Аравия, которая сказала России, не надо к нам ехать, 40 стран здесь поговорят, мы вам потом скажем, к чему мы договорились. С другой стороны, Эрдоган, который говорит, ну не хотите, туда вас не приглашают, едьте ко мне, мы тут с вами сядем, поговорим вдвоем. Да, вот позиция Саудовской Аравии, ну и по сути с этой позиции ведь солидаризировались практически все участники конференции, то есть они знают, что России там не будет, и тем не менее они согласились с этим форматом, они туда едут. Вот их позиция, конечно, заслуживает, значит, ну, такого всестороннего глубокого анализа, потому что это такая очень нетривиальная история. Участник конфликта исключается из процедуры обсуждения судьбы этого конфликта. Я думаю, что в значительной степени это связано с неадекватностью российского руководства, неадекватностью тех позиций, которые они занимают. Вот это важнейшая характеристика путинского политического дискурса. Он, знаете, вот, что называется, ничего же сумняшися, не меняясь в лице, называет черное белым, а белое черным, то есть прямо вот нагло глядя тебе в глаза, то, что в народе называют лепит Горбатова, вот, несет какую-то прям откровенную чушь. И я думаю, что мир в конце концов этого устал от этого, ему это реально надоело, и вот в мире оформилась уже такая точка зрения, что, дескать, ну, разговаривать с ними — это просто тратить время почем зря. Это значит просто, ну, в очередной раз выслушивать вот этот неадекват. Ну, то есть то, что они там продают своим гражданам по телевизору, вот эту пропаганду, оно понятно. Ну, у граждан нет возможности спорить и возражать, потому что за этим строго следят силовики, которые дают, значит, гигантские сроки любому, кто не согласен. Вот. Но там саудиты, условные, иранцы, там индусы, значит, европейцы, тем более украинцы, им-то что слушать Путина, они-то российских силовиков не боятся. Вот. И поэтому вот в мире оформилось такое ощущение, что, ну, слушать этих людей — это себя не уважать. Вот им достаточно было посмотреть, как Захарова рассказывала вот этим африканцам, значит, которые приехали в Москву, в Петербург, вернее, значит, как она им рассказывала, что Россия в Украине воюет за свободу Африки, ну, чтобы достаточно, вот этого достаточно для того, чтобы сказать, слушайте, а хотим мы это слушать? Ну, а зачем? А ну их? Ну вот, и получилось, что Россия вот этой своей неадекватностью сама вытолкнула себя на обочину мирового политического процесса, и ее даже теперь не приглашают участвовать в обсуждении, ну, вопросов, которые касаются ее напрямую.
Вот. То есть мир решил, давайте вообще сами вот не будем. Вот если мы их пригласим, они реально заспойлерят все. Они просто вот похоронят вот разговор. То есть мы по делу не сможем разговаривать, мы будем сидеть и слушать их ересь. Ну, давайте так, их оставим за воротами, пусть ждут. Сами нормально, всерьез между собой все обсудим, придем к единой точке зрения, а потом уже их позовем и им скажем, так, вот наша позиция. Значит, имейте ее в виду. Очень интересная получилась история. В Москве, конечно, ну, она, понятно, обижается, делает вид, что значит, вот она возмущена, но, строго говоря, ну, а на кого обижаться, как не на самих себя? Ну, нельзя ждать, что тебя будут воспринимать как адекватного игрока, если ты сам ведешь себя неадекватно. Теперь вот Эрдоган в этой связи. Эрдоган же, значит, очень нуждается в Путине, вообще в этой истории, вот, для того, чтобы поправить дела в экономике своей турецкой. Известно, что Турция — это ключевой контрагент России, ключевая территория, через которую идет вот этот весь параллельный импорт, который, ну, проще говоря, контрабанда, который нужен России для того, чтобы обходить эти санкции. И в этом смысле Турция зарабатывает вот прям каждый день, пока идет война, на этом зарабатывает деньги. Эрдоган очень циничный игрок. Он постоянно расторговывает ситуацию, так сказать. Да? Он, как говорят, ласковая тёлка двух маток сосёт. То есть когда он чувствует, что чересчур сильно он приблизился к Путину, а Путин, ну, слишком сильно на него завязываться не стоит, потому что очевидно, что в конце концов он всё равно проиграет, поэтому не надо вот оказаться слишком близко с ним, к нему в тот момент, когда он пойдет ко дну. Поэтому в какие-то моменты он занимает такую откровенно дружественную позицию, значит, по отношению к Украине, там, по вопросу зерновой сделки, например, или по вопросу вступления в НАТО, вот недавно он такую позицию занял. Вот. Да, но с другой стороны, он не рвет отношения с Москвой, наоборот, цинично пользуется тем, что Москва оказалась в такой изоляции, в которую сама себя загнала, и, значит, протягивает этот момент, так сказать, руку. Россияне ее благодарность хватают, так сказать, лобызают. Вот. Ну, а Эрдоган на этом стрижет купон, зарабатывает деньги. У него в экономике, вы знаете, ситуация очень плохая, поэтому для него это имеет принципиальное значение. Ну, в общем, как-то так. Аббас, все-таки хочется вернуться к этим переговорам по гарантиям безопасности. Это так это что получается? Это создание некого, я не знаю, всемирного антироссийского фронта, фронта против российского нацизма. И я вот не совсем понимаю, как такие встречи могут повлиять на реально войну и развитие ситуации. И вот вы, как вы видите вот эту фразу «гарантии безопасности для Украины», о чем много говорится, то есть это что? Как их можно оценить, потрогать, понять, что это что-то даст на практике? Ну, подождите, насколько я понимаю, все-таки сейчас главная задача вот этого форума в Саудовской Аравии — это обсуждение способов решения вот этого конфликта, не послевоенного, не столько послевоенного устройства, сколько вот прямо что надо делать здесь и сейчас. Да, я не специалист в области международных отношений, могу ошибаться, но раз вы спросили, вот я порассуждаю. Значит, главная задача — остановить конфликт. А для этого принято решение, если и не остановить конфликт, то, ну, каким-то образом там, сделать хотя бы один шаг, там, два шага в этом направлении. Вот. И ограничить, ну, то есть он не должен быть тотальным, да, ограничить его какими-то параметрами базовыми. Вот если удастся, например, возобновить зерновую сделку, это уже успех. И, значит, вот в поиске вот таких вещей они и собираются. До чего уж они там договорятся? Пока неизвестно никому, ну, понятно, согласовать такое количество позиций не так-то просто. Ну, во всяком случае, в Копенгагене не получилось, по-моему. Но думаю, что, значит, когда они что-то выработают и с этим выйдут на уровень Москвы, то с учетом того, что в обсуждении этого в этой дискуссии участвуют в том числе и такие союзники России, как Китай или Иран, игнорировать вот эту позицию вот этой саудовской группы, давайте ее так назовем,
Будет, Москве будет очень сложно. Она, конечно, может храбриться, может там надувать щеки, может делать вид, что плевать она на все хотела, но плевать ты можешь, когда у тебя все идет нормально, когда ты самодостаточен. А когда у тебя и на фронте все кисло, и в экономике все загибается, и ты зависишь от мирового сообщества, то игнорировать его тебе будет трудно. То есть вот базовый механизм воздействия на Россию, он в этом заключается. Он сводится к тому, что значит, это общая позиция значительной части мирового сообщества, в том числе тех людей, на которых, тех стран, на которые вы рассчитываете, дорогие россияне. И поэтому давайте-ка не ерепеньтесь, и значит, не как вы привыкли там лязгать зубами, да, а учитывайте мнение вот, мирового сообщества. Ну, вот, в целом это так. Reuters пишет о том, что Япония будет просить Иран остановить поставки вооружения в Россию. Утверждается, что министр иностранных дел Ирана посетит Токио в воскресенье, где встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Как думаете, что Иран, как себя будет вести, что будет говорить? Ну, слушайте, я не настолько специалист в области отношений Японии и Ирана, я понятия не имею, какие есть рычаги воздействия у японцев на Иран. Но в любом случае, даже если ценность контактов с Россией для Ирана перевесит ценность Японии, не исключено, то в любом случае выбивать, что они там хотят из Ирана, россиянам будет чуть сложнее. То есть иранцы, вот торгуясь, это же постоянный торг, торгуя с ними, всегда будут говорить: ну, слушайте, извините, мужики, ну вот чем богаты, чем вот смотрите, на нас же давят, вот Япония только что, вы же слышали, вы же видели. Да, и россиянам придется чуть больше, условно говоря, раскошелиться, чуть меньше получить и так далее. В этом смысле, даже если не удастся радикально решить проблему, да, то вот эта инициатива Японии, она все равно чуть-чуть ухудшит позиции России в торге с Ираном. То есть, ну, вообще, в мировой дипломатии, я думаю, редко бывает, что, вот, знаете, там, как Гордий Фузел, разрубить там мечом, да, редко бывает, вот, чтобы одно решение, один диалог, там, одни переговоры, там, и решили проблему там глобально. Но нет, обычно это вот постепенно то, что называется, курочка по зернышку клюет. То есть, в любом случае, эта инициатива правильная, она ухудшит позиции России. Аббас, дякуємо вам за те, що змогли долучитися до ефіру. Спасибо, до свидання. І до наступних зустрічей. Аббас Галямов, російський опозиціонер і політолог, був з нами на зв'язку цієї години.